Приветос, амигос, приветствую вас с игры, которая станет убийцей таких шняжных проектов, как Battlefield, как Counter-Strike, от Country 1.6 по самой CSGO. Escape of Tarkov уже можно не выпускать, он не актуален, потому что эта игра в плане PvP-битв порвет их всех. Она порвет их просто... Просто как туземец грелку, я не знаю, потому что это Uncharted 4. Открытый стресс-тест PvP. PvP режим, смотрите, мангуст. Кстати, это, блядь, неуязвимый мангуст, он бессмертен. Интересно, он это... Что там, блядь, в Мадагаскаре, какую песню мангуст пел? А что-то пытаюсь вспомнить, ни хрена не получается. Так, смотрите. А вот и вражина. Ты охренел? Я вообще первый увидел, ты слышишь, по моей засветке тут хорошие фраги крысить. Вот такие тут игры в Тарзана. Пытаюсь дать ему хотя бы пощечину, но, блядь, к сожалению, ударом кирзача в еблище я был тут же вырублен. Так, мне за что-то денег дали. Здесь есть магазин. Собственно, вкратце суть геймплея. Вы убиваете, вы находите сокровища, за все подряд вам дают деньги. На деньги вы открываете вот этот чудесный, замечательный магазин. Выбирайте здесь любое говнище, как вам вдруг захочется. Я вот выбрал вот этот гранатомет. Можно вызвать помощника, короче. Никаких точек захвата нету. Как бы флаг носить не надо. Геймплей здесь чисто ололо, бегай, о. Ебать, смотри, какая сладкая парочка. Ахтунги ебаные, а. Сколько ж надо с гранатомета выстрелить в них раз? Смотрите, три снаряда из гранатомета только тогда они сдохли. Капец. Это особенное оружие. То есть из автомата я бы их вообще не убил. Серьезно. Автомат, он что-то как-то, блядь, отказывается нагибать прям. Не хватает денег, чтобы нанять снайпера. Это очень прискорбно. А еще прискорбно, когда ты вот путаешь, короче, на какую кнопку у тебя вот этот вот... Вот эта веревка, короче, которой ты цепляешься за все. А на какую кнопку у тебя... Это... Сука. А на какую кнопку у тебя гранаты, короче. Я сейчас прыгнул, просто и гранату кинул вместо того, чтобы зацепиться и выжить. Это установка снайпера, короче. Видите, что я вот ее прям двигаю. Это самая убогая установка моба. Когда перед тобой мне показалось, что на меня враг нападает, как в первый раз снайпера увидел, а попытался ее, не знаю, застрелить или что-то такое. Короче, ну, можно же как-то было, не знаю, просто... Просто точку спауна показать. То есть, она говорит, что ей стрелять не в кого. И что ты думаешь, что я тебя пойду сейчас переставлю, что ли? Дура, блядь, слепая-то. Вон там врагов сколько, сраная куча, блядь, жопой жуй. Так, это мой брат-близнец, Джейсон Стэтхэм младший, блядь. Он был немножко ранен, пришлось его, видите, полечить. Так, а как снайпер, что ты можешь? Не эта кнопка, дурак. Да, я ее здесь поставил, конечно, просто знатно. Она тут очень нужна, она приносит кучу пользы. Вот, смотрите, кого-то там поджидает этот местный пигмей. Сейчас он, наверное, хочет поймать мою взрывчатку. Трудно сказать, кто из нас более косой в этой перестрелке на геймпадах. Да, я его, сука, контузил, но у меня его скрысить пытаются. Надо успеть добежать, дать ему пендаля. Саечка за испуг, сучара! Подсральник за дерзость. Здесь где-то бриллиант по карте, вот он. О, нож, я нашел нож. И на как давай мне по ебалу прикладом бить еще по жопе, блять, унизительно. Смотрите, какие у нее носы острые, бля, она мне прям между булок заехала, слушай. Она не унизила, она обесчестила просто Джейсона Стэтхема своей. Джейсона Стэтхема, не меня же, господи. Так, давайте-ка мы купим еще одного, наверное, снайпера, бля. Снайпер же это наша под обстрелом, чуваки. Что-то, блядь, надо делать. Я снова попытаюсь. Это отстойно у меня, блин.
Выхватился пистолет, ничего не вижу. Я им наваливаю, наваливаю, от души вообще наваливаю. Потому что мы почти победили в этой ебанутой перестрелке, конечно. Я из боевика стал походным санитаром, я уже третьего реса. Чувак, я так не высовывайся. Блять, у них там помощник, пулеметчик призванный, очень так нагибают. А я вот только реально обучение прошел и половинку боя пока звук настраивал. И я, блядь, по этому раку, и так бы я уже был здесь просто коронованным, блядь, геймером всей игры. В принципе, здесь, короче, походу, этот комьюнити, блядь, тоже, что у арматы одно рачье пришло. Блять. Он в летящий динамит попал, что ли? Снайпер, смотрите. Они стоят, они даже не прячутся их. Добивай, 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 добивай его нахрен. Нихера подобное, да? На, пулеметчика, пулеметчика, хер убьешь. Пулеметчик, конечно, не знаю. Мне тут не в кого стрелять. А снайпер же сюжет, что истреблять не в кого, а что сделать должен, я вот не знаю. И тут, походу, функцию передвижения это еще не ввели. Новую призвать не дают, пока старые же. Ну что, ее сейчас найдут, убьют. Чувак вообще ни хрена не хотел помогать мне убивать их штурмовика. Да, конечно, геймплей тут такой. На редчайшего любителя, ну. У меня нет целей. Я даже время от времени со скуки убиваю себя. Настолько здесь все ни о чем. Помощник потерян, наконец-то. Наконец-то я могу призвать новую толковую помощницу. Если мне удадут наверх залезть, вот, смотрите, здесь вот прям место, блядь, тысяча. Во второй раз она стоит дороже. Отлично. Ну, на двух помощников забой, конечно, хрен накопишь, если ты играешь с этим классом, он очень идиотский. Автомат, который стреляет по три выстрела, он намного слабее, чем автомат, который бьет очереди, потому что, блядь, на геймпаде. На геймпаде клацать, это вам не на мышке кликать, серьезно. Блять, я тоже хочу взорвать ее. Взрывайся, взрывайся, сволочь. Поднимай меня, чувак, поднимай, я сейчас их подорву. На, суки, ублюдки. Бля, вообще по красоте спецназ работает. Блять. Я не успел применить эту дурацкую магию, которая, блядь, даже непонятно, что делает. О боже, может они не найдут, может мне не дадут убедительный посрачник. Я умираю, я умираю, я умираю гордым. Я на коленях, но гордым. Лучше, чем, блядь, от посрачника сдохнуть, не правда ли? Так, вот, я могу снайпершу поставить. Опять. Надо в этот раз найти место получше. Давай здесь, в коридорчике. Помоги мне убить его, дура. Запинали. Ну а что, нормально, она отсюда стрелять может. Теоретически. Я так понимаю, что либо алмазы собираю только я, либо они у каждого свои, потому что... О, смотрите, какой скребок, блядь, для обоев древний. Снайперша, снайперша, прикрывай меня, дура, блядь, ну чё ты, блядь, нихуя. А, мочканула её всё-таки. Отомстила, блядь, за батьку-то. Мистические предметы вот эти, это вообще, блядь, говно какое-то. Вот это последняя капля, конечно. Не знаю, чё она делает. Кроме как вот всё портит. Смотри, здесь что это такое? Артефакт какой-то в виде. Ну чё, я его нагнул? Нет? Но я на первом месте, что как бы говорит о том, что
меня в этой игре большое будущее, я уверен, что игра завоюет сердца и умы геймеров, короче, а я буду ее топовый вододел. Ждите завтра, короче, обзор шкурки Нейтана Дрейка, блядь, и гайд по пользованию дробовиком. На второй раунд я решил поменять, короче, шкурку этого неудачника. Я взял боксера Дэвида Хэя. Вот, с татуировками, с какими-то новыми. Надеюсь, что мне за него больше попрет. Вот, мы видим миссию с ограблением музея. Честно говоря, вообще, если посмотреть на графику и механику перестрелок, да, в четвертой части, ну, все это будет то же самое. Конечно, графика, блядь, хуже, чем в пятом GTA. Серьезно, в пятом GTA графа получше. Как мне кажется. Хоть я и не фанат пятого GTA. У меня, собственно, даже и нет пятого GTA, я просто на компе в него поиграл. Но сам график реально там производит впечатление. Ну, конечно, машины. А здесь вот эти тени, которые, блядь, ну, это, видимо, думаю, не последний вариант графики. Это бетка или демка, или не знаю, что-нибудь такое. Урезанное, короче, потому что, ну, графони что-то вообще ни о чем. Я вот ролик, который на E5 смотрел, я в демку-то сам не играл. Я, блядь, небольшой любитель демок всяких. Вот, но на E5, когда смотрел вот этот вот видос, где показывали погоню в Uncharted, то есть сначала рынок, потом погоню, что-то вот там картинка была, блядь, попиздаче, честно говоря, чем здесь. Она была более сочная, более такая реалистичная. Здесь-то, ну, мыльцо, говнецо, ну, такая здесь вот, блядь, от второго Uncharted графика, на самом деле, не сильно отличается. Блядь, да что же вам, сука... Вот этих команда вообще, это, наверное, блядь, я не знаю, мы против каких-то про чуваков, наверное, блядь, победители чемпионата по PvP Uncharted играем, потому что они что-то нас круто валят как-то вообще. Если на других картах у нас хоть какая-то маза, хоть какой-то шанс был, то здесь что-то нас... Не напрягай. А, это, блядь, их ебливый захватчик прибежал. Даже не игрок был. Это, блядь, помощника они такого долбоеба выпускают, он бегает. Вот это уже, пожалуй, был сапог игрока, блядь. Который я имел удовольствие рассмотреть близко-близко к своему носу. И вот он тоже по жопе, блядь, выхватил армейским сапогом. Сбивая черным сапогом. С джинсы прозрачную расу. Так, доступный предмет. Мне предлагают купить гранату, я, блядь, что-то не хочу в гранату деньгами вбиваться. Пошел нахуй от меня, дебил, блядь. Пиздец, блядь. Вот он заебывает, слышите, вот этот вот придурок, блядь. Бегает, блядь, дышит. О, смотри, смотри, что делает. Он подбегает, блядь, начинает хватать. Пиздец, и это блядь, убер оружие, короче. Вот я, будете, если играть, берите вот этот класс, где вот тут есть охотник, по-моему, называется. Он, у него иконка такая, в противогазе, короче. Не пожалеете, он реально, блядь, да, он реально им будет... Эй, кто-то съебался, они... Да ладно, чё? Не оглушило, что ли? Блядь, там какой-то, блядь, полицай нахуй немецкий, блядь. Сука, хоть в пятку, блядь. Да, как Ахиллеса, бля, в пятюню застрелил. Заебенчик. Так, у меня, конечно, ни хрена на помощника не хватает. Почему я, блядь, опять его вижу, а? Ну что, вы до сих пор не ёбнули, что ли, заебанцы этого, блядь, смотри какой. Блядь, вдвоём-то, конечно, идите по одному сражайтесь, блядь, тёлочки. Ой, блядь, тёлку пинают, смотри, бей его, смотри, на троих сейчас от... Нет, вот она по пизде выхватила тоже сапогом, бля. А, да, мне казалось, что у нее есть шансы, но нет. К сожалению, нет. Вообще, на самом деле, если надо помощника выпускать, короче, только тогда более-менее играбельно становится, когда вас хоть кто-то реально прикрывает, потому что, ну, на команду-то, естественно, надежды вообще никакой. А, подожди, он внизу. Вот, смотрите-ка, теперь я могу вызвать свою небесную подмогу и заебашить кого-нибудь. Пойдем, чувак, пойдем. Ну, он как-то, блядь, независимо от меня там. Да, блядь, это вообще не... О, вообще не... Вон, смотри, мой пулеметчик наваливает.
Меня сейчас резнут, блядь, я встану, пиздец, вы все ляжете. Все полягут, сука. О, я его, сука, гранатой добил этого неверного, блин. Давай следующего пинка, смотри. Блять, на него сзади напали, сука. На нахуй по жопе, блять. Куда ты кого пинаешь, говно, блять, а? Ты сотри, блять, а? Ему похуй, что его сейчас самого убьют, лишь бы успеть подсральника выгнать, блять, вообще. Эта игра просто реально... Надо было, знаете, сделать рукопашные, чтобы все просто бегали, никто не стрелял, друг друга на землю валили и пинали, блядь, толпой. Одни будут в зенитовских, короче, шарфах, а другие в спартаковских, и бегать друг друга реально пинать. Я думаю, что такой геймплей бы зашел просто. Это был бы хит. Хит на просторах СНГ. А так у них бегают, сука, смотри, как, блядь, это как во время революции с какими-то красными повязками, блин. Бегают и дерутся, я их уеваю. Один причем там в костюме Ильича какого-то носится, блин. Я гранату-то хоть кинул? Да, сука. Я испортил им слух перед смертью. Не, на самом деле, короче, это все. Это все забавно, но, блядь. Реально, вот третий бой играю, и что-то уже надоело. Серьезно, ну прокачки никакой. Просто класс, по-моему, во время игры уже не сменить. То есть перед игрой только сменяется. Заранее, то есть выбрал, кого, какой у тебя будет там класс, то есть там вместе с классом идет оружие, основное, вторичное, да? Граната, бомба или еще там какая-то херня. Ну и вот этот перк, типа, призвать пулеметчика, снайпера на помощь призвать. Вот пиздец, нахрен, задрот. Вот у игры уже появились первые задроты, мне кажется, что это альфа-тестеры. Альфа-тестеры теперь всех тут нагибают, ходят. Вот этот трехсекундный валхак, короче, чтобы показать, где враги идут, мне кажется, надо в тундру такой поставить тоже. Сдох, появляешься, тебе показывают, где они стоят. Но только на минуточку, блядь. И чё? Чувак, давай нахуй изображать человеческую многоножку. Блядь. Чему нам не дали? Он отказался, и за это ему только что нормально так, походу, отсыпали. Ай, блядь, да. Геймплей, конечно, я ебу. Не, ну есть вот любители, которые в Лари Крофт там тоже в PvP играют, но... Сука, это у нас такой бред вообще, не знаю. Стресс-тест, вот, блядь, что вообще это Анчарта 4 себе возомнил? Что он думает, что серьезно придет, блядь, 1000 людей играть вот в это говно по сетке, что ли? Да я сам, я, ух, нихуя, он мне просто... Блядь, царь Спарты, нахуй, этого посла черного, и то нежнее пнул, блядь. Хуя такой... Фоф, он, сука, я аж от земли оторвался. Вот это... Блядь, гранату правильно выкидывай. Похуй, что она денег стоит, как бы. Сука. Да-да-да, давай. Заживет до свадьбы. Давай, спасай. Вот это я призвал магию, короче. Прям он так подошел, такой, блядь, чекист ебаный. И такой, блядь, лимонку такой херак. Просто ебать гражданская война, серьезно. У них команда каких-то, блядь, то ли поляков, то ли хуй пойми кого. А что, блядь, боевик, нахуй, краснопузый, допрыгался нахер. На первому, нахуй, на второму, батька ворвался, смотри, два подсрачника и победа пришла, блядь. Блядь, наконец хоть это, фрагов сделать. Бредятина, конечно. Ну, в общем, понятно, короче. Все, пишите, жмите, как вам такие чудесные режимы, как вам графонии, короче, как чего. Ну, по-моему, какая-то, блядь, хренотень вообще, не знаю. И зачем стресс-тест, блядь, и к такой игре, где в PvP будут играть, не знаю, 15 человек, одни и те же. То есть, как-то я не знаю. Может, для чего-то другого стресс-тест проводят? Типа, сколько вообще смогут через PlayStation Network людей играть, там, не знаю. И потому что что-то не очень понятно. Я думал, что, ну, максимальную нагрузку измеряют. Там, в батле понятно, почему там такие эпичные битвы. Но здесь-то стресс-тест, нахуй, зачем? Ой, не знаю, короче, все, пишите, жмите.